Всем привет, смотрите, где я нахожусь. Я в мини-лесочку сижу, на скамейке такой низенькой. Думаю, меня видно будет. У меня сегодня очень хорошее настроение, я помылся в бане, думаю, я нормально выгляжу здесь. Решил снять видео, я загружу это на YouTube. Вот, мне нравится, очень сильно фотографирует Даша, она очень творческая. Мне такие люди очень нравятся, очень сильно нравятся такие люди. Вот, я благодарен небесам или кому-то надо быть благодарен, что в моей жизни попадаются такие люди творческие. Сейчас я жду Дашу, образ будет с листиками, с эльфийскими ушами. Думаю, получится все классно. Я снимаю на широкий угол. Не знаю, как будет, можно так, а можно вот так. Вот. На улице у нас очень классная погода, как вы видите. У нас очень солнечно. Мы решили все-таки сегодня, потому что завтра передавали дождь. Дождь передавали. Поэтому я вот сижу так и наблюдаю. Дашу можно легко узнать. Как? Потому что она вся в оранжевом всегда. Короче, я очень сильно благодарен, что в моей жизни всегда позитивные люди. И я, кстати, фотографировал свадьбу, я вам покажу фотографии, если я не забуду. Я никуда не пропал, просто у меня не было настроения, такая жизнь была странная. И я вот вернулся, думаю, вы меня очень сильно ждали и очень сильно соскучились. Если кому интересно, я снимаю на iPhone, мне так проще и удобно. Ладно, еще вернусь. Вот. Привет. Привет. Фотографируемся, вот такие вот модели мне красивые. Вот видите, все классно. Вот, мы перешли сюда, я поснимал на фотоаппарат видео, это, как тебя зовут там в инстаграме? Luxury Fox. Да, у нас такое, даже дети радуются, видя. Аниматором на границе. Да. Подписываемся на ТикТок и в инстаграм. Рекламу. Вот такие вот красивые места в Гомеле у нас. Я, кстати, здесь никогда не фоткаю. Я только здесь. Похоже, как вот лес, если вот так вот на фотоаппарат, когда фоткаешь, вот мой фотик, размывает здание, и только как лес, очень атмосферненько тут. Все, мы отфотографировались, получились красивые фотографии, красивые видео. Думаю, там какое-то ненормально смотрюсь. Вот уже потемнело, закат ушел. Ставим пальчики вверх, ставим колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, и подписываемся на наши ТикТоки, Инстаграмы. Пока! Пока.